И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме Блич. По счету у нас идет 15-я серия. Так что я просто-напросто желаю всем приятного просмотра. И давайте смотреть, что нам эта серия преподнесет. Пришел Менос. И он загнал его обратно. Совсем скоро об этом узнают в обществе душ. Я говорил об этом. Ичига. Я говорил об этом. Я не совсем именно об этом, кажется, говорил. Я говорил касательно конкретно именно Квинси, то есть и того, что они убивают, типа пустых, заметит ли это сообщество душ и обратит ли на это внимание, да? Вот, то есть не совсем был прав, но в том, что в общем где-то как-то сообщество душ что-то заметит, на что-то обратит внимание, придет сюда и будет где-то какие-то разборки, в этом я не ошибся. Ну хорошо, это интересно. А чё он оделся так? Какого чёрта ты делаешь в такую рань? Тебе что, дух явился, что ли? Заткнись! Смотри, что твоя сестра наделала! А! Тебе очень идет. Юзу наверняка из жалости решила тебя одеть во что-нибудь. Молчать! Мне эту чёртову сережку приклеила! Она её приклеила, чёрт возьми! Её теперь не оттерёшь! Дай гляну. Подумать, только со мной обращаются, как с плюшевой игрушкой. Эй, какого черта ты делаешь? Но, больно, вообще-то больно, я думал, больно, что она оторвется, если я дерну изо всех сил. Нет! Плохо дело. У тебя скорее ухо оторвется. Ублюдок. О, то есть, значит, он чувствует боль. Уже столько времени прошло. Надо поторопиться. Завтрак, завтрак, завтрак. Черт возьми. Почему со мной всегда так обращаются? Разве мы не в одной команде? Ну, практически. Разве у нас не все равны? В таком случае я ухожу, и я найду его. Того, кто будет меня любить. Мое настоящее место в жизни. Эй, руки. Я бы тебе не советовал. Пора в школу идти. А? Эй, руки я. Вот и разорался. Я из первого раза услышала. Что-то не так? Все просто отлично. Я вчера немного устала. Ну, ладно, тогда... Меня до сих пор забавляет тот факт, увидимся, что она в шкафу живет. Чего? Ну, строить большие планы — это одно, но что же мне теперь делать? Денег у меня нет, так что далеко я не уйду. Что? Давайте, поднимите меня, девочки. Почему? Из класса Ичига. Вы же девочки, так что я знаю, что вы не сможете устоять перед белой плюшевой игрушкой. Хорошо, девочки-то возьмут, но девочки тебя могут украсить еще сильнее. Игрушка! Черт! Ого, на меня уставились. Оно разговаривало? Ага, похоже на то. У меня нет выбора. Надо использовать свою силу. Рио Кунеэда из школьной команды по легкой атлетике. Догонять? Метровки ровно 12 секунд. Не сбежишь! Почему? Я просто хотел, чтобы со мной нормально обращались. Так нормально обращаются, что нет, играть с тобой в догонялки. И в переводе. Кучики! Доброе утро! И тебя с добрым утром, Иноэ. Пойдем вместе. Да пошли, ты уже идешь. Ты сегодня на удивление рано, Иноэ. Ну, конечно. Каникулы ведь уже так скоро. У меня столько всего в голове крутится. Из-за этого я просто не могу спать. Вот оно что. Ох, да. У тебя есть какие-то планы на каникулы, Кучики? Нет, ничего особенного. Пустых убивайся. Здесь будет большой праздник с фейерверками. Я, Тацуки и все остальные хотели бы пойти вместе. Не хочешь пойти с нами? Праздник с фейерверками? Угу. Можешь и Куросаки пригласить? Да, пойдет она. Будет что-то вроде той съемки телепередачи. Она везде ходит. Будет очень весело. Ну, это был бы очень беспокойный день. Угу. Но... Даже в нем есть что-то хорошее. Он ведь пришел туда ради своей семьи.
У него такая смешная семья. Ему стоит больше радоваться жизни. Куросаки все время брови сдвигает как-то вот так. Ну и зачем? Я думала, что он тебе не очень нравится. Не обращает внимания. Вообще-то, если присмотреться, то у него смешное лицо. Давай, приходи на праздник. Я подумаю. Если до такой степени обращать внимание, то это еще один звоночек к тому, что, типа, он ей нравится. Ну, то есть она, видите, она обращает внимание и в целом именно на то, как он выглядит, и разговаривает о нем, то есть он ей не безразличен, и разговаривает при этом не с каким-то, типа, там, отвращением или что-то вот наподобие этого, а это тоже звоночек. И наблюдает за тем, как меняется у него лицо в той или иной ситуации, обращает внимание на мелкие детали. Так делают те, кому... кто-то нравится. А это что за шпион? Кота-шпион? Ну ладно, давай! Тацуки! Я нашел тебя, моя богиня, госпожа Инова. Прошлый раз был просто репетицией. Давай, теперь все по-настоящему. Сначала я лягу перед ней, прикинусь беспомощной плюшевой игрушкой. Она добрая, как святая дева. Она уж точно обнимет меня и примет в свою долину богов. Примерно. С самого начала моей целью была госпожа Инова. И только она. Да, теперь все решено. Некогда прохлаждаться. Впереди меня ждет теплое и мягкое блаженство. Сейчас. Драконова базука. Отличная подача. Нормально. Ты дурак. Ну, надо же было к ней подойти тогда, когда она одна. Когда она в Солянова где-то как-то там идет со школы, я не знаю. Таким вот образом к ней подойти, а не прыгать, когда они в футбол играют. Ну, ты... Хотя это не футбол, это что-то, блядь. А что у них игра? Одна ногой пинала, другая, блядь, битой. Я только сейчас сообразил. А что это за игра такая стрёмная? Ну да ладно, ну кон тупой. Ну, нужно ж иначе. Кстати, впервые услышал я, не слышал еще до этого название, типа, что это вот эта долина богов. Я много разных вариаций слышал того, где кто как называет, да, но долина богов еще нет. Арихима, что-то мне этот твой футбол с битами не кажется таким уж интересным. И... для начала не притворяйся, что будешь поливать всех пивом. О, нельзя? Вообще уже пора заканчивать. К тому же перемена почти кончилась. Что? Мы уже только начали веселиться. Ичига! На что ты смотришь? Ого-го-го! Ты ведь на Инову смотрел, да? У нее и правда все на месте. Задушить хочешь и перестань всякую чушь пороть. Что? Мы же взрослые школьники. Что плохого в том, чтобы интересоваться девчонками? Ну ладно, ладно, ничего плохого в этом нет. Я понял. Может, тебе больше нравятся такие, как Мизуира? Вы двое, прекратите развлекаться и помогите нам убрать. Да, извини. Так, это последний? Ага, спасибо. Кстати, Исида ведь до сих пор не пришел в школу. Я вчера его видел. Он сам с собой разговаривал в парке Чуо. Каким-то очень странным голосом. Этот парень всегда странно говорит. Он что, был поблизости? Ничего не видел. Готов поспорить, что он в каком-нибудь драм-кружке. С ним там были еще всякие странные типы. И взрывы тоже были. Напряженная такая обстановка. Господи, спасибо, что ты сделала Сану таким тупым. Ну а как? Ну а как обычный человек, не знающий вообще про существование, то есть, ну... одно дело, типа, там верить в существование, к примеру, я там верю в то, что, как бы, есть там где-то какое-то перерождение, что есть, скорее всего, где-то какая-то душа, но мне хочется в это верить, да? Ну вот, но если бы я увидел бы где-то какого-то духа или где-то какого-то призрака, то я подохуел бы. Ну, то есть, одно дело где-то как-то в это верить, другое дело, как бы, это видеть, третье дело до этого как бы догадаться, то есть, когда ты этого не видел, ты не знаешь целиком и полностью на 100% о существовании того-либо иного, да? И ты видишь по факту, стоит человек, что-то там сам с собой разговаривает. Ну, блин, либо псих, либо, может, что-то репетирует, либо что, ну, это его проблема, как бы, разговаривает и разговаривает, да?
Рядом бегает кто-то, пуляет чем-то, что-то где-то как-то именно взрывается, но они не в кого-то пуляют, а просто-напросто, типа, ну, в воздух. Ну, может, снова же обратно же там что-то репетирует. Ну, он предположил более-менее где-то как-то все адекватно и логично. Но как можно понять, когда ты видишь, типа, что один разговаривает сам с собой, другие трое бегают чем-то там, типа, там пах-пах-пах-пах-пах стреляют, что они, наверное, сражаются с духами. С пустыми. Ну как ты до этого догадаешься? Никак. Это не означает, что тупой. Просто написал все, как видел, воочию. Эй, вернись! На руке я волнуюсь. Исида, где это тебя так покалечили? Я упал с лестницы. Да, ничего получше не придумал. Да, нормально, сойдет. Ну хорошо. Садись, я продолжу урок. Сойдет, потому что... Потому что всем похуй. Просто не думай об этом. Ты ни в чем не виноват. Он получил эти раны только по своей вине. Я и не думал. О таких царапинах даже волноваться не стоит. А? Кто сказал не волноваться? Я сказала тебе не думать об этом. Маленькая... Чё он такая беспокойная? Исида. Понятно, что она беспокойная из-за того, что Шинигами узнают от этой ситуации, которая была. Эй, потише можно? Или они что-то чувствовать начали? Ичига! Давай вместе перекусим! Нет проблем. Но я еще кое-кого приглашу. Что? Новую девчонку? Кого? Исида. Пойдем пообедаем вместе. А зачем в приказном таком тоне? По-моему, он самый скучный человек в классе. Стой, может, это бинты? Неужели его бинты тебе показались настолько смешными? Ичига! Раздражаешь. Откажусь. Вот так просто! Да ладно, пойдем. Кейга угощает. Почему? Тогда я за. Ты дармоед! Я с самого начала выглядела подозрительно. Наверное, у меня уже нет времени. О, вот она! Кучики, хочешь с нами пообедать? Динто, ты же должен подметать! Заткнись! Сейчас мужчина должен только молчать и играть в футбол! Крученый удар! И крученый... Крученый удар! Кот непростой господин какой-то. Господин Десай, господин Киски. Котик. Котик. О, да это же Ироичи. С возвращением. И раз. А что это за кот? Его зовут Ироичи. И два. И он самый близкий друг хозяина. Еще разок. А? И его самый близкий друг это кот? Так, иногда босс мне кажется, ну, и... очень жалким. Можно и так сказать. Ну. Это обычный кот? Ну, то есть обычный кот. Он прям ест и плачет. Что за давящая атмосфера? Такое чувство, будто меня прокляли. Что случилось? Чего это я? Всего лишь чат. Чего ты так удивился? Заткнись! Оставь меня в покое! Эй, Кейга, расскажи что-нибудь смешное. Не требуй невозможного! Давай, рассказывай. Зачем было звать Исиду, если знал, что будет не в настроении? Вообще-то, я недавно обедал в Мигуру, но там была такая официантка. Куросаки, зачем ты меня пригласил? Чувствуешь себя виноватым из-за моих ран? Если да, то напрасно. И если да, то такая забота меня немного раздражает. Да хватит уже. Мне просто захотелось тебя пригласить. И твои раны меня совсем не волнуют.
Просто скажи спасибо, что тебя вообще позвали. Да кто тебе станет спасибо говорить? И вообще, я предпочитаю обедать в одиночестве. Я знаю. Ну, я тоже не люблю есть в компании. В таком случае можешь отвернуться. Почему это? Кто вот бы мог сам подумать? Возьми и отвернись. Эти двое похожи как братья. Давайте смейтесь! Та-дам! Сегодня у меня на обед бутерброд с кастильей, а между слоями бобовый джем. Неотразимая приманка для сладкоежек. Ты опять сделала себе такую штуку? Почему Орихима все время ест сладости и не толстеет? Ну, такая понятное фигура, дело, ну. Все уходит в ее грудь. Кучики, тебе нравится Куросаки? Прости, что... Ну, какие у вас там отношения, только честно? Я сплю у него отношения? В шкафу. Отношения? Мы просто... Эй, Махана, нельзя же вот так прямо спрашивать. Почему? Я же для вас спрашиваю. Я знаю, что вам было интересно, но вы все узнать не осмеливались. Мне не было интересно. Пиздишь. Вообще-то именно тебе и было. Ага, Мичуро никак не может поладить с Ичиго. Ну, не то чтобы я его ненавидела. Я просто думаю, что у него лицо немного страшное. Правда? А мне кажется, что у него смешное лицо. Что? Орихима, с каких пор ты о нем думаешь? Да постоянно. Ну? В конце концов, что ты скажешь? Ну, сплю у него в шкафу, ну. Куросаки... Ебанат. Куросаки просто мой друг. Честно? Да. Совсем никакой романтики. Ни капельки. Да, ни капельки. Ну вот. Если бы Кучики нравился Куросаки, и мне бы он нравился. И Дацуки тоже. И вообще, все бы в него влюбились. Почему-то. Тогда у нашей команды была бы разгромная победа. Она опять не пойми, что несет. Я пытаюсь логику уловить. Ну, типа, ну просто он может тебе либо нравиться, либо нет, либо тебе вообще похуй, но как повлияет именно то, что руки в него влюбятся? Ну, то есть, если руки его нравятся, как это повлияет на остальных? То есть, почему остальным он тоже должен понравиться, если он нравится руки? Вот это что-то я не допер до этой логики. Списать это на женскую логику, да? Наверное, так. Кучики нравился Куросаки, и мне бы он нравился. И Дацуки тоже. И вообще, все бы в него влюбились. Тогда у нашей команды была бы разгромная победа. Она опять не пойми, что несет. Командные соревнования — это, конечно, весело, но... Я хочу, чтобы Орихима принадлежала только мне. Поэтому мы начинаем с личного зачета. Вижу сюда Орихима. Ага, сейчас. Хорошая фраза. Не фраза, а удар. А раздевается нахуя. Орихима. Ах да. В следующий раз я для тебя тоже придумаю что-нибудь сладкое. Кучики. Она еще пиздит ее. Снова вместе покушаем. Ну, я подумаю. А? Кучики, вот опять ты за свое. От тебя только и слышно. Я подумаю. А разве... Это место. Это не то место, где мне надлежит быть. Типа не нравится или по какой-то другой причине? Почему ко мне все так относятся? Черт, во всем виноват этот ублюдок Ичиго. Но погоди, Ичиго. Я заполучу смертельное оружие, которое собирает хозяин магазина. И отомщу тебе. Ты оказываешься просто не в то время, не в том месте обычно. А тебе что надо? Хочешь подраться? Просто то, что мы оба из семейства кошачьих, еще не значит, что мы похожи. Я вообще-то лев. Ну-ну. Испугался, да? Адьос. Сущий пустяк. Модифицированные души могут вселяться даже в плюшевые игрушки. Привет. Как? Нам сказал Юруичи.
Ты тот самый ублюдок! Но... И что бы нам с тобой сделать? Эйлору, держи его за ноги! Сейчас попробуем и... Взяли! Ичига. Что случилось? Пустой? Нет, ничего такого. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Все в полном порядке. Понятно. Это хорошо. А что, будут еще такие, как вчера? А что это про... С Гранде едва ли сможет появляться так часто. Это беспокойство или проявление чувств, или что? Что... Или что-то наподобие прощания? Музыка какая-то такая вот странная играет. Может, что-то случилось? Но... Ичига! Прости меня, я ошибся, когда убежал из дома. Теперь я все понял. Мое место рядом с вами. Мне правда очень жаль. Ичига! Ты убежал? Ты... Эй, я вообще-то здесь! Уже. С тех пор, как я убежал, жизнь обрушила на меня целую бурю невзгод. Я вернусь в твою комнату. Вернусь, значит. Что случилось? Нет, я просто думала, что Кон очень к тебе привязался. Ха, еще одна проблема. Ну слушай, тебя так не слабо потрепали. У тебя вон плюш вылезает. Удивлена, что он не подох. Похоже, выбора нет. Удивлена, что не подох? Почему я? Ой, да ладно. У тебя ведь это очень хорошо получается. Не хочу. Почему? Не собираюсь отвечать. Жестко. А, вот в чем дело. Точно, у тебя же руки в бинтах. Ты ведь не можешь. Да, с такими руками ты и двух стежков не сделаешь. Невежда. Эти раны для меня ничто. Дай сюда. Забайтил. Смотрите на божественную технику. Так внезапно. Эти руки и я. С ним все будет в порядке. Забайтил. Готов. Это... Действительно. Что ты такое? Стало еще страшнее. У кого-то явно плохой вкус. И правда. Чтобы принимать заказы в любое время, я всегда держу наготове немного ткани. Кстати, этот образец... С меня вас хватит, ублюдки! Вы ко мне относитесь как... А? Теперь я до вас точно доберусь! Да. Что случилось, Юруичи? Собирается дождь? Хватит ломать комедию, Киске. Ты ведь знаешь? Они здесь. Ты хочешь об этом поговорить? До молока или после? А, не, это кто? Руки! Пора ужинать! Речь о Шинигами? Ну и где она? Опять куда-то сбежала. А что там написано? Вид сзади совпадает на 113. Степень погружения нейронов 88,5. Поверить не могу. Она действительно в гигае. А я-то думал, что информация из разведки окажется бесполезной. Руки Акучики. Нашлась! Продолжение следует. Озвучено проектом Анилибрия.тв. Понял, вот они и проблемы. И вот оно уже какое-то, типа там, развитие начинается, да? С этого момента.
Ну, потому что здесь уже как-то не получится все это скрывать. Само собой, все это выйдет наружу. И это запустит какой-то механизм. Механизм сюжетный, да? В том плане, что этого делать нельзя, это наказуемо. Как и чем конкретно наказуемо, пока непонятно, но об этом узнаем. Начнутся проблемы у нее, начнутся проблемы у Ичига. Даже если где-то как-то именно его трогать не будут, потому что по факту вина, типа, руки, что она ему передала силу шинигами, да? Все равно, если будут проблемы у нее, он захочет за нее где-то как-то именно вступиться, и у него по-любому все равно начнутся проблемы. То есть уже пойдет какое-то развитие вот в этом плане. То есть мы уже ознакомились где-то с какими-то там силами, где-то с какими-то там возможностями, ознакомились типа там с пустыми, познакомились с человеком из Квинси, узнали плюс-минус историю типа там шинигами Квинси, узнали типа где и как они, допустим, там изгоняют тех либо иных духов, как это все там происходит, что такое сообщество душ. То есть мы уже знаем какую-то такую вот инфу. Понятно, что мы знаем не все. Это ясное дело. То есть нам постепенно будут раскрывать какие-то там определенные дополнения, да? Вот, но самый основной где-то какой-то сюжет — это вот какая-то такая отправная точка. То есть введение закончено, а это мы уже отправляемся путешествовать по основному сюжету этого аниме. А я уже было думал, то есть я помню под прошлой серией в комментариях мне написали, типа, жду 15-ю серию, и я такой думаю, блин, должна, наверное, быть интересная серия, да? И смотрю на протяжении всей этой серии, и такая же, как и все остальные, то есть ничего такого где-то какого-то примечательного и особенного нет. Изначально просто беспокойство руки, но ты понимаешь, по какой причине это беспокойство, да? Вот. А дальше вся серия идет на протяжении всей серии. Это больше где-то какой-то кон, который получает там пизды, то есть больше какого-то просто юмора. И я думаю, почему человек написал по поводу того, что ждет эту серию. Ну, то есть он, скорее всего, ее ждал конкретно именно из-за концовки. Или же человек перепутал и ждал следующую серию, потому что следующая обещает быть интереснее, исходя из того, что пришли два шинигами. Окей. Окей, будем смотреть, как это все будет развиваться. Сказать мне по этой серии нечего, потому что по большей степени здесь ничего такого прям серьезного не произошло, за исключением окончания, да? А по поводу конца серии тоже сказать нечего. Пока что мы не знаем где-то каких-то... ну, нет у нас какой-то информации. То есть нам понятно, зачем они пришли, ну, то есть именно кого они ищут, да? Но для чего, почему, как, что, то есть ничего не знаем. Поэтому рассуждать здесь бессмысленно. Ждем просто следующей серии, и там уже будем во всем потихонечку разбираться. Вот, а на этом моменте тогда ребята просто-напросто будут заканчивать и будут со всеми прощаться. Поэтому надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока.